making it was about, let me take my deepest flaws and vulnerabilities and put them in the game, and let's see what happens. Похоже, сейчас растет поколение будущих разработчиков игр. Тот фрагмент в конце, где Эд говорит, что хотел вдохновить хотя бы одного ребенка, это вдохновит чертовски много детей. Да, я просто поражен. А ты что думаешь? Ты, похоже, вообще не смотрел. Ты на самом деле так восхищен, Фил? Да, я так счастлив, что являюсь частью этого фильма. Какое облегчение, я не спала последние 2 дня. Это так прекрасно, я имею в виду фрагменты, где... А кто говорил, что они посмотрели фильм и... Эд это сказал. Он сказал, после просмотра фильма ты стал нравиться мне больше, а ведь мы дружили с ним на протяжении многих лет. Да, он сказал, что много о тебе не знал, а сейчас все это увидел. Это классно, парни. Хороший фильм. Отличный. Просто отличный. Я думаю, это действительно показывает, каково это — иметь дело с гигантскими корпорациями. Рисковать всем ради такого маленького шанса. Обычно, когда вы слышите много разных историй успеха, вы не можете в них поверить. Но с этим фильмом все иначе. Детям надо это увидеть. Ведь здесь так честно и правдиво показано, как создаются видеоигры в наши дни. Я не знаю, будет ли так всегда. Lacking confidence.